нормально. Мне нравится, что здесь придумывают что-то все время, что не статичная история. Есть развороты, которые не нравятся зрителям, слишком кардинальные. Мне это нравится. Это бывает, к счастью, крайне редко. Для меня это невыносимая ситуация. Я не просто не люблю, а практически не могу работать в конфликте, в конфликтной ситуации. И меня это вышибает начисто. А ошибки он совершает часто, но это черта этого персонажа, опять же, как и многих людей, ничему. То есть, ну, все-таки этот человек профессионал. Как врач он профессионал. Поэтому именно из-за этого он, безусловно, делает выводы, ну, из ошибок чисто профессиональных своих каких-то. Даже у самого шикарного профессионала не бывает работы без ошибок. Ну, хороший профессионал тем отличается от непрофессионала, что он делает, ну, что он учится на своих ошибках. Это если иметь в виду профессию. Человеческий нет. Ничему. Не знаю. Это очень сложно. Я не хотел бы быть режиссером. В принципе. Потому что это безумно тяжело. Шейнман. Наверное, Брагин. Ну, это общая проблема. Потому что, ну, понятно же, что актеры не привыкли говорить на этом языке. Бывают, конечно, термины, которые сложно выговариваемые. Дело не в том, что можно зазубрить любой текст. Но когда ты в кадре говоришь, должен быть живой. Поэтому ты как бы должен свободно это говорить. И иногда бывают просто моменты, когда кто угодно из актеров, это у всех бывает, ну вот просто стопоришься и все. И вот просто там все нормально говоришь, говоришь какое-нибудь вот слово, вот просто хоть ты убейся. Причем оно иногда бывает даже несложное. Вот сложное слово спокойно совершенно говоришь, сложно произносимое. А какое-нибудь слово вот упрется и все. И вот, я не знаю, там, ну, бывали случаи там по 5, по 6 дублей. Вот хоть ты тресни. Или оно вылетает из головы, вот просто вылетает из головы и все. Вот уже 50 раз его до съемки, во время съемки уже 50. Ну, просто невозможно. Вылетает с головы и все. Ну, это у всех. Абсолютно. Дело в том, что абсолютное большинство, все-таки абсолютное большинство актеров не позволяют себе демонстрировать смену своего отношения кому бы то ни было. Оно может у него там меняется 50 раз. У меня может сколько угодно раз поменяться настроение. Но просто есть уже привычка в работе все-таки пытаться этого не проявлять. Не знаю. Нет, я правда этого не знаю. Я, может, даже сказал бы, а может, не сказал бы, но я этого не знаю. Скелет в шкафу есть у всех. Они должны быть, иначе персонаж будет неинтересен просто. Если иметь в виду скелетов в смысле чего-то такого нехорошего, в смысле, что очень надо сильно скрывать, не знаю. Ну, я могу говорить только за своего персонажа. Ну, конечно, есть. Ну, во-первых, это все 10 лет. На это очень толсто намекается, что у него там семейные и все остальные проблемы. И в этом сезоне, и там, короче, он отнюдь недоволен своей жизнью. Максим требовательный человек, за что уважаю.
Потому что это не в качестве лести, а я могу это сказать абсолютно откровенно. Он требовательный человек, он не халтурщик. А если человек не халтурщик, понятно, что он требовательный. Не скандальный, а требовательный. Ну, и это правильно. Но, по-моему, здесь, в общем, никто не халтурит. Ну, Юлька не даст. Ну, у меня нет таких чувств. Таких обид у меня нет. Это было 10 с лишним лет назад. Знаете, застрелили меня, я не вспомню. И вообще, по-моему, я там ничего не боялся, потому что изначально была какая-то такая вполне доброжелательная атмосфера, ничего сложного я для себя не видел. Я, конечно, не помню, какая там была первая сцена, поэтому я не могу сказать абсолютно ничего. Это не нужно ни мне, ни по сценарию, ни там, никак. Ну, это считанные случаи, причем с такими же знаменитыми врачами, когда, предположим, известный хирург, практикующий, становится главврачом. Главврач – это административная работа с безумной нагрузкой. И совмещать работу хирурга, постоянно практикующего, с административной работой безумно тяжело. Тем более, если иметь в виду такого масштаба учреждения, как Склифосовск. Это же гигантская фабрика. Это ужас. Я не писаю, кто там. Я не знаю, кто там главный врач. Но думаю, что это не практикующий врач. Ну, когда-то практиковавший, но... Ну, невозможно это соединить. Абсолютно невозможно. Но мы никогда не общаемся со сценаристами лично. Я их не видел ни разу. А, то есть, может, я их видел, но я не знал, кто они. Может, они здесь где-нибудь проходили. Я с ними лично не знаком. Еще одно дело, что я хочу лично, как актер, вообще для себя, в принципе. Не в этом сериале, а в принципе. А другое дело то, что я делаю в этом конкретном сериале. И лучше для актера понимать, что не все, что он хочет, нужно в этом конкретном месте, в это конкретное время. И, насколько я понимаю, мое здесь присутствие вполне, как сказать, гармонично.